Вчера в Одесской мэрии состоялось очередное заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на котором было принято решение закрыть абсолютно все городские рынки и все городские кладбища. На кладбищах города, где это возможно, будут закрыты ворота, где нет стационарных постов охраны, будут работать правоохранительные органы. Также правоохранительные органы будут контролировать соблюдение правил закрытия рынков и кладбищ. Касаемо кладбищ, посещение и заезд автотранспорта будет запрещен полностью, однако это не касается обрядов погребения. В этом плане кладбища будут работать в штатном режиме. Эти ограничительные меры были приняты согласно решениям Кабинета министров Украины, согласно решениям Одесской областной государственной администрации, и продлятся до окончания карантина, который, как мы знаем, сегодня правительство продлило до 11 мая 2020 года.